Всем привет! На обзоре томат, который называется Michael Poland. Вот такие интересные плоды. Грушевидной формы, зеленые, в темно-зеленую полоску. Вот еще один плодик. Куст высотой 2 метра. Плоды растут такими сложными большими кистями. До 20 плодов бывают в кисти. Сейчас посмотрим вес. 40-38 грамм. Ну, плоды весом от 35 до 50 грамм. Вот такой интересный сорт. Необычный. Вкус у него тоже необычный. Фруктовый. Ну, вкусный томат, вкусный в консервации, можно делать с него даже сок, будет зеленого цвета, тоже получается очень вкусным. Ну, а вообще сорт экзотический, которым вы можете удивить своих знакомых, друзей. Ну, вообще приятно будет вырастить такое вот чудо. Если вы еще не выращивали такие томаты, обязательно посадите. У меня можно приобрести эти томаты. В описании под это видео есть ссылка на мой сайт. Там можно выбрать, взять себе такие семена. Поэтому заходите, выбирайте. А если вы выращивали его, напишите свой отзыв в комментариях. Как он вам? Понравился или не очень? Мне сорт нравится. Ну, такой сажаю его иногда, чтобы получить свежие семена для продажи. Ну, чтобы каждый год я его не сажаю. Хотя сорт достойный, чтобы рос ежегодно. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Впереди много обзоров на разные томаты. Я вот снимаю всякие-всякие сорта. Буду про них рассказывать. Поэтому оставайтесь с этим каналом. Всем пока!